Валерію Миколаївичу, смертність зростає, ви сказали, медиків уже подекуди не вистачає. І ваша інформація кінця минулого тижня від 2 до 4 смертей від коронавірусу. Щодня фіксуємо у нашій області. Таку тривожну інформацію ви озвучили минулого тижня, як я вже сказала. Летальність вдається зупинити? Да, ну от видите, вот даже на этой кривой мы видим, если у нас были сначала одиночные смерти, там один человек в день, да, вот видите, в апреле месяце, то сейчас у нас 2-2, видите, потом 3-3, уже 4-4. Буквально за выходные мы потеряли 9 человек. Вот, поэтому я хочу сказать, что, конечно же, смертность растет, и она неуклонно растет, и адекватно она как бы отражает ту ситуацию, о которой я сказал немножечко ранее, что у нас увеличивается количество активных форм ковида. И эти активные формы, они приводят к очень молниеносным таким и необратимым изменениям, те, которые фактически приводят к летальным исходам. Причина этих активных форм? Как правило, самолечение, несвоевременное обращение к врачу и поздняя госпитализация.